Приветствую, с вами Краблон Геймс, это рубрика «Первый взгляд», друзья мои. Если нравится эта рубрика, не забывайте, друзья мои, прожимать лайчинки, подписываться на канал, колокольчик, все дела. И у нас сегодня игра про приключения тучки-вреднючки, друзья мои. И мы погнали. Тут вообще все поломать можно, что ли? У-ху! Чё творю, не ведаю. Та-та-та-та-ра-та-ра-та. Милота, начнем. Дедуль, а дедуль? Расскажи мне сказку. Сказку? Я тебе рассказывал о тучке, которая... так, скукотеша. Поверь мне, эти тучки вообще не скучные. Тучки могут летать куда хотят. Могут поливать дождем все что угодно. Когда вырастешь, поймешь, как иногда приятно подпортить людям жизнь. Ну ладно, так что с этой тучкой? Дай-ка я надену очки, да? Ну погнали. Жил-был маленький тучка с большой мечтой. Он мечтал найти место из старых сказок, где тучки живут свободно. И могут лить дождик на что угодно и когда угодно. Поэтому он собрал сумку или что там у тучек вместо сумок и отправился в путешествие по миру. Чтобы найти загадочный, знаменитый, легендарный Сиэтл. Окей. Так, звездочками отмечены цели, которые нужно выполнить для прохождения уровня. Намочите жениха и невесту, намочите всех человек. Человеков! Так, подождем. Стоять, бездельники! Хаос и разрушение! Так, ну все, вроде я всех намочил. Можно намоченный бегать. Вот теперь намоченный. Так, погнали. Так, хорошо. Так, чудо-городочек. Пойдем тут, короче, обмочим всех. Тучка, тучка, помогите! Не спорю, я мусорка, но человек не имеет права поджигать меня. Прошу, затуши огонь и преподай человеком урок. А взамен я пощелкаю тебя за работой. Сделаю крутые снимки в фоторежиме. Следи за подсказками на экране. Окей. Потушить возгорание. Погнали! Летит, горит тут вообще все. Так. В смысле? Еще разочек. Так, это я уже видел, давай. Иди ты, мать-то! Так, надо быть осторожнее. Чё стоим? Сухой, да? Да, тут как бы могут быть проблемы.
С таким лицом все делать. Не-не-не-не-не. Выйти можно отсюда? Нет. Зря я сюда залетел. Вопрос, зачем я это делаю? Так, как там это? А повыше поднять? Так, фокус. Переместить тучку. Очень добрая морда. Фокус на тучку. Такая тварь. Идеально. Так, что там у нас? Вот, милая сердцу злая тучка. Так, а можно завершить уровень? Вот, да. Не-не-не, это мы уже проходили, поэтому нафиг надо. Так, пойдем дальше. Та-та-та-та-та-та-та. Ба, кого я вижу? Неужто это юная тучка? Как я такой, что за вопрос? Я дедушка тучка, отец всех тучек. Я помню времена, когда мемы только-только появились. Привет, медведь. Надеюсь, ты прислушаешь своему мудрости. То есть я могу быть дедушкой-тучкой, да? Окей. Чисто по меру ты наверняка разблокируешь модные шляпы. Как же тучке надеть шляпу, спросишь ты? Что за вопрос? Просто войди в тучкин дом. Ну же, попробуй прямо сейчас. А где тучкин дом? Настроить тучку. Окей. Ха! Добрая фея. Так, я могу сам нарисовать? Нет, лучше этого не делать. Так, изменить. Так, понятно. Декор. Поехали в декор, посмотрим. Шляпы. Вот, мы интеллигентная тучка. Нет, как-то вот... Так, просмотр фото. Все, поехали. У нас грамотная тучка в цилиндре. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-таран-тан-тан-тан-тан. Пойдем сюда. Нагодируем тут водичкой. Избегайте солнца, в смысле. Так, справились. Забавненько. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Забавно выглядит, но надо играть точно на джойстике. В смысле, мы в Counter-Strike играем? Идите-то, мать, вы чё? Это что такое вообще? Так, как это побеждать?
Ну это да, на джойстике играть. Клавой очень неудобно здесь. Они начали разминирование. Так, понятно. Next. Тучка, тучка, помоги! Человек куда-то подевал все деревья. Без твоей помощи нам не обойтись. Кто я такой, лягушонок? Кто же еще? В 90-е я был героем одной популярной видеоигры. Ква-ква. Не делай вид, что ты меня не слышал. Прыгал себе через дорогу, глазясь от машин. Захватывающие были времена. Так вот, сказал я себе к родному пруду и наткнулся на этот заброшенный парк. Прошу, помоги нам вырастить тут красивый сад. Но пощади детей, они просто глупенькие, ква-ква. Да не будем мы никого щадить. Чего это вдруг? Так, а где деревья? А-а. Тут надо вообще все залить. Тотальное вредительство, короче, мы занимаемся, я смотрю. Тотальное тучковое вредительство. Ну и все. Так, закончить. Намочить все светильники не сделано, ну ничего страшного. Поехали дальше. Let's go! Привет, тучка! Здорово. Я троянский червь. Разработчики специально поместили туда. Я должен напомнить, что им очень важен твой отзыв. Окей. Лесом иди. Так. Здравствуй, маленькая тучка. Я здешняя дружелюбная бабулечка. В каждой сказке бывает такая. Хочу рассказать тебе о волшебном знаке выхода. Когда вы получите нужные цели, знак загорится. Нужно зависнуть над ним, чтобы покинуть уровень. Так ты сможешь завершить уровень, не выполняя дополнительные задания. Не беспокойся, никто не расстроится из-за парочки целей. Понял, иди. Иди лесом. Так, давай. Так, а где вода у нас тут была? Так, я зря всю воду растратил, что ли, получается? Наполнить ее сейчас я не вижу где. Маленькая тучка вреднючка. Здравствуйте. Зараза, просочившаяся в школу. Слушай, емкость воды маловато у тучки. Thank you.
Иссякла тучечка. А, вот что надо было сделать, похулиганить. Ну, вообще такая сволочуга тучка-то, мягко говоря. Так, дети потихонечку, перестают быть мокренькими. Вижу. Так, ну и что у нас здесь? Кто-то у нас еще где-то еще портфели должны быть, ну нафиг. Валим. Так, закончить, поехали дальше. Так, рок-группа, отлично. Набери как можно больше очков, пока не кончилась вода. Так, где вы, сволочуги мерзкие? Так, закончить. Склад? Накокировать на складу? Пойдем. Почему нет? Сожги всех. Так, надо электрику. А-а-а. Маленькая нефтяная лужица. Это капец. Вот бы и мне стать тучкой. Это, наверное, здорово. Можно делать гадости тем, кто тебя обижает. Че это ты удумал? Ничего, ну. Есть у нас в школе один мальчик, он со всем время надо смеется и оказывается звать меня на свой день рождения. Ох, ну и дела, похоже, он тот еще задира. А знаешь, что, думаю, тучку смог бы проучить его? Пойдем, развлекаться сейчас будем опять. Праздник испортить! Подожгите все подарки! В смысле? Thank you.
добрая тучка, хабздец вообще. Сейчас мы ад устроим на нефтехимическом складе, да? Ядрить! Это что такое, стелс? То есть тебе нужно пробраться с этим противотучками, я понял. Господи, какой мрак. Давай еще раз. Да задрал ты, братан! Зря это начал делать. О, господи ты, боже мой, братан. Так, давай крайний раз попробуем. Получится, не получится, пофигу. Ой, подожди-ка. Тучка бондит. А, ну все, у нас, видимо, уничтожение-то закончилось, надо просто всех замочить. Где они только? Так, ну и где-то крайний. Все, благополучно. Какой-то... Периодически какой-то довольно сильный гемор. Ну, фермеру-то мы можем только помочь. Уничтожь тяжелую ту пшеницу, прожги весь транспорт кислотой. А? Так, ну давайте развлекаться. Значит, надо уничтожить транспорт. И уничтожить желтую пшеницу. Сейчас мы вам устроим здесь кислотные дожди. Не, где-то транспорт есть? Сейчас я тебя тут устрою, подожди, экологическое бедствие.
Так, ворон погонять еще надо здесь. Так, а бонус какой-то дадут за выращивание этой шляпы или нет? Ладно, птиц гонять не будем, пофигу. Так, закончить. Спугните ворон. Пошли дальше. Веселая тучка. Постой-ка. Выходит, тучка льет воду на всех подряд, и никто с этим ничего не может сделать? Нет, конечно. Я просто еще не дошел до рассказа о заклятом враге тучки. Вот это уже интересно. Да-да, жил-был человек, который жутко ненавидел тучи. Старый, подлый и злой. Доктор Сухость. Сухостой. Он был тот еще у... вредина. И что было дальше? Сейчас узнаем. Чья это туша маячит впереди, мерзкая туча? Лучше уходи. Мне с самого детства никто из вас не мил, если ему десятка, нет тысячи. Так, давай, братан, поехали. Это все прекрасно, погнали. Так, проберитесь к каньону, мочите генератор. Не расходуйте всю воду, останетесь невредимым. Попали! Изверги, какая система ПВО-то у них жесткая! Ладно, но добед. Ты уже много достигла, юная тучка? Хо-хо-хо. Однажды ты вырастешь и станешь такой же большой тучей, как и я. А ты уже знаешь, что некоторые тучки способны пускать молнии? Тебе наверняка интересно, можно ли получить эту способность? Конечно, можно. Новые способности можно купить за тучка баксы. А тучка бакса можно получить в обмен на монеты молнии. А монеты молнии продаются в набор на всего за... Хо-хо-хо, это шутка. Здесь нет валюты или микротранзакции. Но это временное явление. Давай, мочи тут все. Пытайте ее прямо сейчас. Мило. Тут, я так понимаю, лесной пожар сейчас устраивать будем, да? Намочите всех человеков. Тебя потушить, братан? Да, молния неплохая штука. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Погнали. Тучка, тучка, помогай! Этот пруд, где я вырос, повстречал первую любовь и купил первую жизнь Nintendo Switch. Позорник! Так. И захватил нашу землю, наставил палатки и разжег костры. Деревья загореться могут, как два счета. Ква-ква-ква. Вот пришлось спрятать жену и детей. Прошу, тучка, прогони человеков. На тебя вся надежда. Ква-ква-ква. Сожгите все палатки, начать. Потушить все костры. Где нефть у нас? Мне нужно немножечко нефти. Сжечь все... А, в смысле молнии. Ну, это несложно. Здесь единственное, что мини-карты не хватает. Опа, овца. Ааа!
электрифицировала с овца у нас, понятно. Так, все, хорош. Уходим отсюда, пока весь ничего не сгорело, хренов. Так, поехали. Давай-ка с фермой разберемся. Здравствуй, маленькая точка. Рад вновь тебя видеть. Солнышко уже надоело, печет и печет. Так соскучилась по дождику. Знаешь, почему мне так нравится дождь? После него растения так и тянутся ввысь. Он творит чудеса. В юности я обожала мокнуть под дождем, и что-то меня понесло, но вернемся к нашим баранам. И мои славные овечки выбрались из загона и разбрелись кто куда. Будь умничкой, помоги загнать их обратно. Спасибо, дедушка. Последнюю овцу на... А, нет, вон там еще две. Бежать! Run for safe for your life! Так, эту мы загнали. А, там... она считается, что... Так, не дайте черным овцам попасть... Ай, господи. Выбирать, что ли, будем? Нет, конечно. Творить будем дичь на ровном месте. Мы же тучка, нам насрать. Наберите как можно больше очков за отведенное время. Экспериментирую с разными способами. Так, а вон там есть тупиковое мероприятие, давай. Пометьте каждого человека, сбейте все. Господи ты, боже мой! Это шикарно, твою мать! А кто еще не обгаженный? Вот он не обгаженный. Все. Хорошее задание. Доброе. А в офис-то мы как летать будем? Графоний а-ля... Тучка, окей. Эпизод 1. Прям тучка мочит всех сотрудников в офисе. Yeah.
Миленько. Варит и... Чего? Кофеёк? А где у нас кофемашина? Так, кофейку налили. Полезная тучка, на удивление, да? Тучка с кофеючком. Так, где-то еще есть, не вижу. Так, ну все вроде бы, нет? Там он налито. Здесь вроде все с кофеем. У кого кофея нет, а? Ну-ка, кому это на уши тут налить? Полезная тучка. Так, кто же вынуждает сотрудников... Исполнено. Так, устраивает пожар. Ну, идите, твою мать. Так, а как я это должен сделать, простите? Но это не гореть. А. Так, а где я должен устроить-то пожар? Конец, продолжение следует. Эгей! В больнице будем прикидываться. Так. Проколите с Джейком и напугайте их, не дайте себя обнаружить. Господи, опять эти приколюхи. Стелс пошел! Самый мой любимый жанр. Закончить. Не люблю такие вещи. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, поливайте ведущую дождем без остановки, намочите всех человеков. Добрая фея. Не сметь трогать зонтик. Thank you.
Хватит от меня убегать. Да, лихо. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Давай здесь развлекаться. Тучка, тучка, помоги! Ты не поверишь, но в этом приличном на вид ресторане поливают пиццу кетчупом. Тесто ведь и так смазан томатной пастой. Зачем еще поверхность кетчуп? И что, по мнению, готовят томатный сэндвич? Ему непостижимо. Где логика? Нужно проучить этих человеков. Устроим им дестрой. Ква. Наполнить, устроить беспорядок на уровне, вынудить официанта уронить еду. Запри кого-нибудь в темноте. Добрая фея. Так, где официанты? Вот и гадость, я понял. Так, официант-то где, простите, хотелось бы узнать. Так, ну вроде все бокалы наполнены. А, тут второй зал еще. Так, ну приготовь какую-нибудь шляпу, родной. Здорово, лягушек. Ну, подскальзывайся. Нет, так это не работает, это надо что-то такое придумать. Так, где-то я бокал один пропустил, но не вижу где. Не вижу. Неудобный обзор единственный в этой игре, а так все классно. Забавно сделано полностью, но... Так, с этим мы благополучно закончили. Чё там еще столь беспорядок нахуй? Вы официант уронить еду. Сейчас попробуем что-нибудь устроить. Так, на кухне это я знаю, где это. Так. Нет, это картануть не получается. Обидно. Получается у меня немножечко бедлам-то устроить.
Я думал, короткое замыкание какое-то здесь устроит, что-то какой-то кипиш, но нет. Здесь что-то совсем по-другому происходит. Вот. Что с этим делать? Большой вопрос. Как мне вот это вот соединить? Так, вот я здесь гадость сделал. Кнопочка работает. О, другое дело. Так, здесь мы кипиш устроили. Хорошо. Теперь вопрос насчет официанта. Я его в упор не вижу вообще. Начнем с этого. А, вот он. Так, нет, основную мы не исполнили мысль. Вынудить официанта уронить еду. Это проблематично, как показывает практика. Да и найти для начала официанта-то. А, вот как раз в темноте было бы. Ага, ждем, пока туда кто-то зайдет, и оставляем его в темноте. Ну, это довольно проблематично. Ждать-то придется, что долго довольно. Пока туда кто-нибудь зачапает. А, вот он идет. Ну, окей. Так, сейчас это мы благополучно сделаем, это несложно. А вот с официантом пока фиг его понятно, как это сделать. Давай-давай, заходи в сортир, и мы сейчас молнией шарахнем. Все, значит, человек в темноте остался. Теперь надо найти официанта. Что на самом деле, как показала практика, не так уж и легко. Ну, где-то в районе кухни должен шляться по-хорошему. И должен нести еду, но... На кухне бедлам, и с этим есть проблема. А где же у нас официанты? Ядрить, у нас здесь все бегают и... Непонятно, где у нас. Может, я поторопился маленько, а? Что-то я его в упор не вижу. Все, ура, наконец-то. Наконец-то прокнуло. Такс. Ладно, друзья мои, на этом, в принципе, на сегодня с этой прекрасной игрой закончим. Не забывайте, друзья мои, прожимать лайчинки, оставлять комментарии, друзья мои. Ну и до встречи на следующих первых взглядах, друзья мои. На этом, в принципе, все. Всем удачи и до скорых встреч, друзья мои. Парам-парам-пам.